Рубилась шашечная элита. В Караганде состоялся чемпионат Республики Казахстан по шашкам среди ветеранов. Как боролись за призовое место участники и какие хитрости использовали для победы, расскажет наш корреспондент. Рубка была бескомпромиссной. Было немало интересных партий и красивых комбинаций. В соревнованиях приняли участие 11 регионов. Города Астана, Алматы, Костанай, Павлодар, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Житосуйская, Карагандинская области. За победу в чемпионате будут бороться два чемпиона Азии среди ветеранов из Астаны – Тен Валерий и Абишев Калкеш. А также бронзовый призер континентального первенства Бадугулат Леулес из Балхаша. Разрешите поздравить наших спортсменов, ветеранов, которые в этом году проводятся в солнечном городе в Караганде. Собрались здесь очень хороший, сильный состав, более 10 мастеров спорта, и среди них есть и призеры чемпионата Азии, многократные чемпионы Казахстана есть. Мы очень рады, что в таком помещении, очень в хороших условиях, в отличных условиях, только вот начинается старт чемпионата нашей республики. Я хотел поблагодарить организаторам, областной спорткомитет Карагандинской области, что наших ветеранов очень хорошо, тепло встречает. Стоит сказать, что игра за последние годы очень постарела. Возраст шашистов, которые представляют сегодня регион на республиканских и международных соревнованиях, 60-80 лет. Однако ветераны надеются, что региональные государственные органы все же обратят внимание на развитие этой игры. И в их ряды вольются молодые любители. Данный чемпионат впервые в жизни проводится именно на нашей земле, земле Сарыарка. Люди, ветераны, это очень трепетный народ, к нему все относятся с особым вниманием. Организаторы данного турнира, это управление физкультуры и спорта Карагандинской области, оказывают огромнейшую поддержку. Все приезжие люди очень довольны нашими условиями. Турнир пройдет до 22 февраля. От Министерства спорта победителей будут награждать кубками, грамотами и медалями. Тамирис Люгабылова, Серик Тугаев, Николай Шевелев, 5 канал.